Сегодня же в Кремле Владимир Путин встретился с главой Российской академии наук Владимиром Фортовым. Речь шла о развитии основных направлений, фундаментальных исследований и задачах, которые стоят перед учеными. Обсуждение этих тем начали на заседании Совета по науке и образованию, который президент провел накануне. Во время сегодняшней встречи глава государства поинтересовался конкретными итогами работы академии в минувшем году. Владимир Ильич, предлагаю поговорить о результатах работы, как шла работа самой академии. Какие вы видите приоритеты на ближайшем веке? Что касается работы за этот год, то я не скрою от вас, он был непростой. Вот, потому что мы находимся в неком таком турбулентном режиме, связанном с реформой. Но, тем не менее, какие-то вещи нам удалось сделать. Вот, например, я могу привести работу, это протонная терапия рака, когда ускоритель тяжелых ионов используется для того, чтобы лечить раковые болезни внутри головного мозга. Например, фемтосекундные лазеры, то есть лазеры с очень короткой длительностью импульса, вот, они очень оказались эффективными для лечения головных болезней, от снятия катаракты до воздействия на сетчатку. В этом смысле объединение Большой академии медицинской все-таки имеет положительный эффект. Вы знаете, я должен сказать, что да, вот мы сейчас видим здесь перспективы.